Наша страна выступает за многополярный мир, за справедливое мироустройство. И вообще, когда мы говорим о развитии отношений, еще раз хочется подчеркнуть, что оно строится на основе взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств. Поэтому нам очень важно в рамках парламентского формата вырабатывать решения, которые затем могут стать либо нормами законов наших стран, либо договоренностью уже международного уровня. Зимбабве хорошо знает на себе, что такое санкция, и нас это сближает. Мы должны понимать, преодолевая эти санкции, мы становимся сильнее. И здесь, как никогда, важна поддержка друг друга.